Привет, ребят, из Стамбула. Как ваши дела? Как настроение? Как погода? Как, девочки, столы накрываем? Все режем, шинкуем, блендеруем, жарим, парим и печем. И я пеку. Вот кекс сделала. Соседи перфорируют мозги. Слышите? Кекс сделала. Безе сделала. Сейчас буду собирать. Курица в духовке. Что у меня еще? Ну, мандарины, апельсины. Само собой. Бананы мальчишки не хотят. 9,90 стали бананы. За 8,90 не купили, сейчас 9,90. Ну, потому что за 8,90 были уже все. Последняя стадия у них. Надо было срочно есть. Все. Ну, фрукты есть у нас. И яблоки, и груши вон там есть. Фрукты есть. Я бы дыньку съела, но дыньки нету. Салатные листья, укроп, петрушка. У нас все есть. Помидоры у нас есть. Огурцов, правда, нету. Ну, зато он полная чаша. Полная чаша мандарина и апельсины. Что еще? Куру фасоли. Традиционное блюдо. Турецкое. Фасоль, как я вам говорила уже, такая концентрированная. Консерва в банке фасоль. Вот, семечки целая банка у меня есть. Елку мы нарядили. Чай есть, кофе есть. Елочка стоит. В лесу родилась елочка. Уктайчик на уроке. Не будем мешать, уйдем отсюда. Уктайчик на уроке, Айдынчик тоже на уроке и на работе в онлайне. Ну что, какие новости по Турции? Я же вам сказала, зарплаты, минималка чистая, 2800 лира. Хорошие, приятные новости. Но раз зарплаты повышаются, значит цены тоже будут повышаться. И на продукты, и на коммуналку. Ну, а вдруг? А вдруг будет сюрприз и не будет повышаться? Понимаете, пенсию еще не повысили. Муж сказал, нет, пенсии пока не распространяется на пенсии повышения. Нету. Только зарплаты, видать. Может быть, с 2021 года, с января повысят пенсии. Пока нет, пенсии не надбавили. Может быть, не все категории людей пенсии. Может быть, какие-то... Ну, в общем, не знаю. Пенсии у моего мужа, пенсия нет. Прибавки не было. Еще пока. Надеемся на лучшее. Сколько мой муж получает? Я вам не секрет, я вам говорила. 1875 пенсии у моего мужа. Это минималку, потому что он по минималке платил. Долгое время платил по минималке, поэтому такую минималку и получает. Сколько вы получаете зарплаты, это не факт, что вы столько же пенсии будете получать. Нет, там совсем эквивалент вычисления пенсии совсем по-другому. Так что там свои тонкости начисления. Ну, что еще сказать, ребят? Да не знаю, что сказать. Сидим. 31, значит, декабря в 9 часов вечера нас закроют. Комендантский час. И до 4 января 5 утра, 5 часов утра мы будем сидеть дома. На машине кататься нельзя. Просто так захотел погулять на машине? Нет, нельзя. Ничего работать не будет. В смысле бербер, куафер, парикмахерские, это значит. Алыш вериш меркези, супермаркете тоже не должны работать. Потом будут работать вот в Махале наш магазинчик с вами люксовый. Ой, рука дрожит. Устала уже. По поводу БИМ, ШОК. Не знаю, посмотрим. С окошка покажу. Может быть, ребят, 1 января не будет видео, потому что... Чё у вас? Чё у вас грузить? У вас свои дела. Правильно? Будем отдыхать 1 числа. Будем спать. Спать будем. Всю ночь будем колбаситься, а 1-го будем спать. Так что с наступающим вас, ребят!
Встретимся в 2021 году. Всех вас обнимаю, люблю. Всем вам добра, счастья, позитива, мира. Всех благ вас, всех обнимаю. Всем большое спасибо и низкий поклон, ребят. Все, кто меня смотрит, все, кто остается с нашей семьей русско-турецкой. Всех вам, всем вам. Пусть вам воздастся все ваши добрые душевные пожелания. Всех благ вам, ребят. Салют из Стамбула. Девочки, просили показать, какой крем я использую. Я использую для своих тортиков. Это безе. Белки взбила с сахаром и запекла в духовке. Желтки использовала для коржа. Желтки, полстакана масла растительного и стакан молока. Сахар, ванилин и разрыхлитель. Мука, естественно. Корж положу. Два вида крема. Для первого вида крема молоко. Молоко и вот такой в любом магазине турецком паста кремасы. Для, ну, крем для тортов. Либо крем шанти. Но мне больше нравится вот такой крем. И белый желательно. И второй вид крема — сливки с сахарной пудрой взбиваем. Все, два вида крема. Все, собрала, посыпала кокосовой стружкой или любой посыпкой. И торт готов. Люди работают, ребята. Видите? Что-то каждый день они с этим люком. Чего они делают? Не понимаю. Для чего они? То закрывают, то открывают. С какой целью? Такой важный люк. Вот такой тортик получился. Слышно, да, ребят? Соседи стучат. Я не буду ждать 12 часов и кушать тортик. Я буду его кушать сейчас. Я потому что не могу ждать. Я же нетерпеливая. Ну, где-то часа два у меня, наверное, постоял в холодильнике. Вот так я порежу сейчас. Ой, какая вкуснятина, девочки. И вот эту штучку возьму. Ой, какая вкуснятина, девочки. Смотрите. Вкуснятина. Попробуем. Ой, какая вкуснятина. Вот это безушечка. Микамели харика, девочки. Прекрасно, великолепно. Еще постоит, еще напитается кремом. Прекрасно. Чувствуется, что на желтках. Кекс на желтках. Белков нет уже. Белки пошли на безе. Очень красиво, ребят. Шикарно. Просто. Просто прекрасно. Кофе сейчас себе сделаю. Все, ребят. Пойдем. Берем с собой тяжелую артиллерию. Сейчас. Что я делаю? Иду. Подожди, карточку, может, я не взяла. Надо глянуть. Карточку взяла. Деньги взяла. Мешок взяла. Чек взяла. Менять вот эти вот мешки там. На кой они мне? Что делать я буду с ними? Одну. Одну. Не знаю, одну. Бабасынын кузусу, блин. Мешок хороший. В кассе никогда никто не снимает. Я не снимаю, я вон себя, смотри. О, еще а? Смешнее. Себя снимает. Может, я по телефону разговариваю? Да?
ребят. Может, я с вами по телефону разговариваю. Вот противный такой, а. Противный кулусу такой. Растолстел. Растолстел. Ну, не шутка ли? С таким трудом он худел. Знаете, девочки, из 120 до 80. Очень тяжело он худел. Очень. И, ну, похудел. А потом стал опять набирать. А потому что девочка одна ему сказала, ты типа похудей, помните, я рассказывала? Он дружить. Ну как, с Евгелией, короче, говорит, будешь моей. Любимкой будешь моей. А она сказала, ты, говорит, хороший, умный. А Кылы, говорит, ты парень. Умный. Но, говорит, толстый. Ты, говорит, похудей, а потом посмотрим. Это в лицее. И вот он начал худеть. Я же вам рассказывала. Похудел. Я ни хрена не вижу. А сейчас опять раздобрел. А сейчас, говорит, мне только пусть кто скажет. Я, говорит, знаю, что ответить. Раньше, говорит, я глупый был, зеленый. А сейчас, говорит, я... Сейчас, говорит, поумнел. Я говорю, ну, слава богу. Короче, идем, ребят. Ветер такой, ветрюган. Один хоть капюшон, лысая башка. Вон фиалки привезли. Вон кошечка кушает. Сдуло ветром. Ой, такой ворчун. Такой ворчун, а. Баба сыном кузусу. Пойдет, сейчас скажет. Не знаю, дадут стаканы, дадут, девочки. Ой, и мальчики тоже. Я вас всех люблю, ребят. И девочек, и мальчиков. Всех люблю. Там просто музыка. Давайте, пойдем, ребят. Ой, разрешили, музыка здесь. Я вас потом прикрою. Музыка здесь, разрешили, говорит. Они, говорит, да, у нас часто путают. Часто, говорит, когда женщины путают. Где? 22. А 20 я видела. Белые, подожди. Вот эти, что ли? 65. Чё? 645. А, 6 штук. Не, я 3 видела, любименька. А что, подорожало за ночь, что ли, все? Не поняла. Вот, вот я видела, 20. А это 50, а это 20. Подожди, не. 50. Вот, вот, сынок. 40. 35. 35. 23. 28. Они же маленькие. Такие у нас есть. 35. Такие. А карточка не возьмут? Не взяла. Взяла? Кастрю... Он сковородки смотрит. Гриль он хочет. В Биме есть. И будут тоже. Здесь дорого все. Какой подожди. Надо бери? Можешь вот этот взять? Какой надо бери? Я же не знаю какой, я у вас спрашиваю какой. Все равно. Вот это вот большой, смотри. 40 лира. Хочешь ли? 40 на 3 это сколько будет? 14. 14. Сколько? 13. 13 лира один стакан, девочки. Ну, это маленький. Вот 26. А сколько грамм? Здесь же не написано. Грамм не будет, литрами. Ну хорошо, литра, миллилитра. Сколько? Я тоже говорю. Нет, фиолетовый я не хочу. Ты что? Ой, ты. Господи, сейчас как разобьем. У меня аж руки задрожали. Ого. Сколько? Ладно, вот эти возьмем. Вот, 22.50. Ой, вот это сколько? Дорт? 400. Сиси. А это? Бешус. Бешус? Да, больше. Пол литра, что ли, хочешь нет, сказать? Нет, сиси. Ну, это 250, наверное. Так это стакан обычный. Тебе что надо? Мне такой не надо. Я хочу 300-граммовый. Мальчик на среднеазиата похож. Он кричать не буду. А я по 20 литров вчера. А, он не работает. Ой, господи. Но он не касается меня. Это тоже 26, вот, ребят. А что же делать, а?
Девочки, по 50, по 50 я не возьму. Я по 40 не возьму, вы что? А вот эти, что ли, 20? Самые дешевые 20 эти. Но это маленькие они. И это 20, видите? Но они же маленькие. И... Вот дурандела Босфордовна-то, а? Не было бы боли. Ну вот 40 лир стоит 3 стакана. И чё? Ладно, вот эти возьмем 16 лир. Вот это. Вот это возьмем. Вот это возьмем, 40. А что делать? Больше нету еще. Нам нужны такие большие стаканы. Что делать, ребят? Больше нету. Здесь так столько красоты. Придется это вставлять что-нибудь, какую-нибудь музыку. Чё? Так же, да, правильно, это пол-литра. Это пол-литра? Да. А это тогда сколько? Бардель, да? Это больше. Это больше, да? Да. Это не может быть. Больше. Девочки, это больше дает, чем это. И дешевле по цене это. Так а давай тогда и это возьмем. Это 22,50. Там есть 6 лир. А? Есть 6 лир. Зачем с карты? 6 лир, у меня только 4. Там 2 у меня есть. Да? 6. Это 5, да? Скажи, больше нет. Ты сколько бы заплатила? 16 я заплатила, здесь а здесь 22,5. Ёк мычи, мячку еще, Эдлику еще. Ёк. 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 Нету или... Нету у меня больше. 50 лир там я вижу. А что, 50 лир я буду давать? Неправильно взяла, блин, еще... А что надо? У нас сколько сейчас? 6 лир, еще воровством занимается. Еще 50 куруш надо? Да. У меня нету 50 куруш. Девочки. Еще воровством. Нету вообще 5 лир? Там 50 лир, блин, вижу я. Нету, нету. Вот, блин, какой, а? О! Что ты делаешь? Поставь на место. Сейчас, девочки, подождите. Ну что, я тебе 50 лир дам, что ли? Нет у меня. Там, ёк, всё. Что, я 50 лир буду тратить, что ли? Нет у меня. Все. Девочки, все. Вот я вам сейчас вот это покажу. И все. Вот эта девочка на меня смотрит. Смотрите, какой красивый. Вот это сколько стоит? Девочки, вы видите? 160. Ой, какой красивый, девочки. А сверху пустота. Вот кастрюли. Я маньячка по кастрюлям, девочки. Дают? Девочки, красота какая. Красота, смотрите. Вот какая красота. Смотрите, ребят. Вот я обнаглела. Я обнаглела. А, вон там есть одна чашечка. Я хотела одну чашечку. Ребят, этот есть. Тарелочка одна, ребят. Хотела вам показать. А куда они делись? Вот что нам надо было брать, ребята. О! Я до сюда не дошла. А сколько это стоит? Вот сколько. Так это 2 всего лишь. Короче, я вам хотела показать блюдечко. Здесь нету. Ой, смотрите, сколько красоты, ребят. Блюдечка нету. А куда мы садились? Нету блюдечек. М? Девочки. А вот еще. Ой, это, смотрите, какая интересная вещь. Надо пользоваться моментом. Вот такие блюдечки я хотела показать красивые. А ну их нету. Раньше было много-много здесь. Разобрали, что ли? Ладно, ребят. Гуляла вчера? Гуляла. Вот противная. Баба сырынку засок. Клояйся. Все, все, ребят. Ой, спасибо большое. Вот тряпки я нашла, ребята. Ну, это не пойдет. Это не пойдет, ребят. Потому что это тоже тоф будет идти в машинку куртма сушить. За один день что может измениться? А? За один день что может измениться? Там были пивные кружки. Ну, что? 2 штуки. И цену. Ой, не торопись, у меня мозоль на ноге. Что? Со всех сторон. И еще пятка треснула, блин. Я не могу так быстро идти.
Я на меня не надо, я быстро иду. А вот здесь кастрюли и сковородки. О, чок надо сейчас вам кастрюли. Перчатки, перчатки. Я назад купила кастрюлю. Один капюшон? Нет, мне не холодно, себе холодно. Девочки, слышите? Баба сынам кузусу ворчит. Ворчит как по-турецки. Да, мне баба сын кузусу донесет. Вот такой противен туса. А ты и так умотивший. Ой, не кричи. Ой, ты очень сильно пишешь, и ветер такой, а ты идешь, блин, без шапки. Такой противный мальчик. Что ты делаешь? Такой противный мальчик, я тебя не снимаю. Вот, в остальном кузове. Стоп, это ненормально. Вот, обзывает. Все на нас смотрят. Тебе говорят, ненормально. Да кому мы нужны? Тебе так кажется. На тебя смотрят. Везде перфорируют, ребят. Ладно, беги, там мальчики стоят. Такой противный мальчик. Отпустила его. У меня же ключи. Ух, та спит. Вот ростишь рукодельников. Они потом идут, орут. У меня такое чувство, что я что-то забыла. Мешок же Айден тащит, поэтому у меня такое чувство. Какой ветер, а я не успела. Я не успела, ребят. Я буду теперь стоять, что ли? Ой, побегу. Побегу. Все, ребят. Очки потеют. Шея голая, шею ветер дует. Вон какой брутальный мужик, смотрите. Поэтому, говорит... Ты только снимаешь. Глаза у тебя нет? Почему это глаз у меня? У меня 4 глаза. А бывает и 6. Как у стрекозы. Не, у стрекозы, наверное, больше. Нет, ты глаза не смотришь, с такой долгой презентации. Я тебе ключи не дала. На. Вот ворчу, на. Вот так ростишь рукодельников. Вот. Злой. Поэтому никуда не хочу с тобой идти. Вот Айден говорит же тоже. Я так и поняла, что мальчик объясняет на кассе, что бывает, говорит, ошибаются. Приносят обратно. Потому что там, блин, половина на турецком, половина на английском. А то, что на турецком написано, там не указано. Это материал какой. Ну, в смысле, из чего это сделано вообще? Кумаш, тряпка, в смысле, материал. Кумаш же тоже можно использовать для покрытия. Там, от краски. Я же вам говорила в прошлом видео. Поэтому это нормально, то, что приносят обратно. Ну и слава богу, что. Ну, стаканы. Стаканы хорошие. Ох, ребят, я же не могу успокоиться. Сколько грамм здесь? В общем, я налила 300. Вот отметка. 300. Больше даже я налила. Чуток. Чуток больше. Где тут? Вот 300. Не вижу я. Где 300? Вот 300. Чуть-чуть, видите, превышает. 300, видите? Следующее 400 идет. Вот 300, чуток больше. Я хочу проверить. Ух ты ж ё! А ну-ка. Долила недостающиеся. Сейчас посмотрим, сколько здесь. И сколько здесь получилось. 450. Что кушаем, ребят? Новогодний. Новый год чем встречаем? Чесночком, рыбкой, фасолькой, капусточкой, перчиком, чесночком, сырым. Где тут сырой? Вот чесночок. Ой, девочки, сегодня мой день. Я марафет навожу. Навожу марафет. Что-то мне хочется, девочки. Пойду к своему мастеру. Уж как объясню, не знаю. Но хочу покраситься и стрижку сделать. Рефли, может быть, сделать. А? Девочки.
Рюфли? Рюфли — это милирование. Или полный. Ой, капец. Капец, сколько всего. Сколько у меня тут всего. Ой. Сейчас, девочки. Короче, пикси стрижку сделаю себе. На улице тепло, а я, блин, оделась как на Северный полюс. Но я не могу. Я замерзла. Смотрите, куртки сняли, без шапки идут. Не, я старушка. Не могу. Ой, капец, смотрите. Видно? А грязи сколько. А она в понедельник же приходила, тут все намыла. Не знаю, будет он мне сейчас это делать, не будет. Сейчас посмотрим, девочки. Я вам все покажу и расскажу, ладно? Пришла, ребят, сижу, жду. А Медведь спрашивает, ты сама красила? Я говорю, да. Он говорит, зачем? Я говорю, шамары. Он говорит, ржет, короче. Сижу, вон, видите? Ой, просто что-то трясется, нервничаю. Хочу пикси сделать, но как будет, я не знаю, девочки. Как, что он предложит мне? Хочу, чтобы вот здесь чуть-чуть сострит, вот здесь сострит. Ой, очки потеют, блин. Глаза намалевала. Все как положено. Не знаю. Корни не хочу, чтобы красить. Какой цвет? Может, какие-нибудь эти? Рефлей сделать. А? Девочки, что делать? Что скажете? Рюфле, может быть, сделать? Он там отмет, где ему на один что-то сегодня нету помощника. А, елочка есть. Елочка есть, ребят. Показать вам? Сейчас покажу. Вон, видите, елочка стоит. Вот, нарядил елочку. Отмет, бей. Это, говорит, сторона у тебя плохо, а это, говорит, хорошо тоже. Какой, говорит, цвет хочешь? Я говорю, не знаю. О, что это? Вот что это? Говори, молодцы. Да. Стенку дали. Дали? Дали. 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 İpler beton koyusu, ikisler beton açıyor. Dur sana, ben başka kızım. Tamam. Вот это говорю хочу, он с этого начал. Этот говорит, сделаем корень, а это говорит, посветлее сделаем. Короче, я не знаю, девочки, что делать, не знаю. Вот этот тоже хороший цвет. Буду гюзаль. Вот, буду гюзаль. Вот такой говорит. Сейчас я посмотрю, он сказал, вот эти два что-то там намешают, вот этого добавит. Короче, он сказал, для твоей стрижки пойдет вот этот цвет. А мне вот эти вот нравятся. Вот эти нравятся, и эти нравятся. Ну, короче, муж может меня не выгонять дома, не знаю, короче, девочки. Что будет, покажу. Пока я вот такая. Он там себе на телефон что-то фотографировал. Второй мастер пошел краску, мешает. Сейчас мы его покрасим. Покажу. Боюсь.
yapıyor musunuz? Kaynak yapacağız. Hı-hı. Rengini ayarlıyoruz. Satıyor mu? Hı? Satıyor mu bu? Takacaksın, müşteriye takacağız. Satacağız. Natural mı saç? Natural saç. Ne kadar acaba? Tanesi 15 lira. 15. Aha, burada 300 tane var. 4500 lira. Güzel. Kolay gelsin Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Mersi. Один час, говорит, больше надо сидеть ждать. Ну все, я буду сидеть ждать тогда. Хотите, вам еще что-нибудь сейчас покажу. Вот эти шампуньки покажу. 15 лир вот одна вот эта капсула стоит. Всякие разные вот тут шампуньки есть, крема для волос. Ну, в общем, все, что положено в парикмахерской иметь, он все имеет. Масло вот, все-все есть, видите? Все здесь есть у него. Прошлый год часто ходила, в этом году не ходила, первый раз. И мы встречаемся в магазине, приветствуем друг друга. Здесь всякие вот эти журнальчики, можно почитать. Почитаем, девочки? Посмотрим? Что посмотрим? Вот это давайте посмотрим. Вот это билет вам дарится, девочки. Без рукавка. Ну, как это сказать, не знаю, жакет без рукавка. Что это такое? Купила бы и на кухне на чверчике допекла. Сама то, да, девочки? Девочки, кормить просит меня сейчас. Значит, я уже такая желтенькая теплая. Сижу, жду. Он сказал, время не даю. Как волосы откроются, цвет побелеет. Так, может быть, через 10 минут, может быть, через полчаса. Это от волос ваших зависит, потому что корни же это мои волосы. Но у меня быстро красится. В общем, сижу, читаю журнальчик, жду. Гриб вы сейчас будет делать. Все, по-моему. Красивый. Серенький. Посмотрим, что будет дальше. Девочки, вот такой вот получается. Сейчас меня подстригут. Nasıl oldu saçlarınız? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Ellerine sağlık. İyi günler de kullanın. Ну что, ребят, пойдем мальчиков порадуем. Мальчики удивятся, нет? Посмотрим. Шампунь купила. Я шампунь тоже купила для поддерживания краски. 19 шампунь стоит и 400 покраска и стрижка. 519, короче. Мальчики, ну что скажете? Что скажете для мамки? А?
Я вообще колонию там делала. О, девчонки. Девчонки под конец. Понаприходили много. Я уже ушла. Сейчас. Что скажет? Что скажет? Айдын. А? Ты плохо видишь? Вижу. Какой цвет? Какой цвет? Супер, ты... хорошо. О, очень. Да. А? Очень гюзаль. А Октайчик спит? Да. А сколько стоит эта гюзаль, знаешь? Сколько? 400. 400 граммов. А, три краски. Я сидела там 3 часа на покраске только. И часа от я сидела, чтобы красила. Один раз покрасили вот это. Потом второй раз покрасили корни. Потом смыли. Я получилась джив-джив. Потом это стали гри делать. О, и гри в раковине я сидела. Там я это вообще не понимаю. Еще один час сидела в раковине. Да. Прям в раковине. Замочили меня. И там какие-то тоже химикаты делали. Я уже не видела это. Все. Так что, девочки. Поздравляю. Всех вас поздравляю, девочки. Вот такой. Я вообще мечтала о таком цвете всегда. Всегда. Ну вот, не знаю, лет 5-6 я мечтала о таком цвете. Очень. Волосы мягкие. Мягкие волосы. Стрижка у меня такая была. Была такая стрижка. Именно Ахмед не делал. Только подлиннее вот здесь он делал. Я его просила. В общем, я довольна, девочки. Пишите в комментариях, как вам моя пострижка. Пострижка хорошая, и цвет красивый. Айдену вот нравится. Муж по камере не поймет цвет. Ну, белый-белый. Может сказать, что седой. Седой. Типа седой цвет. Но это не седой. Видно, что это молодой. В общем, вот так вот. Всех вас, ребят, поздравляю. Всех вас с Новым годом. Всех благ вам. Всего самого доброго и светлого. Встретимся в новом году. 1 января не будет видео, ребят. Будем отдыхать. Спать будем. Так что пока. До Нового года. Счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются. Пускай дом будет полон счастья, достатка, заботы, любви и приятных подарков. Пусть все, о чем мечтаешь, исполнится, а год принесет приятные сюрпризы. Душевное спокойствие, стабильность, верность, удачу, счастье и успех. С Новым годом, друзья!